Итак, Марк Крысобой. Холодный и убежденный палач. Люди, которые, как я вижу, тебя били за твои проповеди. Разбойники Дисмос и Гестас, убившие со своими приснами четырех солдат. И, наконец, грязный предатель Иуда. Все они добрые люди? Да. И настанет царство истины. Настанет, Эгемон. Оно никогда не настанет! Преступник! Преступник! Преступник!